Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. З нами на зв'язку Марк Фейгін, російський правозахисник. Марк, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, рад всіх привітати зрителей 24-го каналу. Цікава історія, так, із цим Делігманом відбувається. То знайшли, то не можуть знайти. Тепер знову ж таки Кадиров дає наказ, що треба його розшукати терміново. Але мене найбільше потішило те, що Кадиров просить домовленостей із Будановим, з розвідкою українською. Каже, готовий будь-яку нагороду дати. То, можливо, він допоможе свергнути Путіна? Не, смотрите, это действительно выглядит стремноватенько, потому что, а зачем вы обращаетесь к украинской разведке с выяснением, куда был произведен удар? А что, российская сторона не может предоставить? Он что, такой гигантский город? Я там не был, не представляю. Приморск, да, его называется? Я вот не понял. Угу. А что, такой гигантский, что если по нему ударили, и они не знают, куда ударили, чем ударили, что ударили? Так, я уже даже и назва цієї базы відпочинку – Лазурне. Лазурная, да. А что, гигантская лазурная? Почему он спрашивает, куда вы, говорит, ударили? Или чего он хочет узнать-то? Вот этот мне пост непонятен, собственно говоря, обращаться публично к военной разведке Украины. Мы знаем, что она ответит. Лучше Кадырову не видеть, что она ответит. Поэтому это странно. То, что он написал, это очень странно. Я не знаю, он, может быть, привык именно так общаться через паблик. Ну, посмотрим, чем это закончится. До конца все непонятно. Ранен ли Делимханов, убит ли Делимханов. Я этого не знаю. То есть я вот слежу за публичными сообщениями, никакой другой информации я, естественно, не располагаю. Но, допустим, он ранен, допустим, он не убит. Допустим. Куда более важный вопрос, а как выяснила украинская разведка или ЗСУ, там, я не знаю, чем ударили, артиллерийский ли это или ракетный был обстрел, не знаю, насколько это велико расстояние от фронта и так далее. Ну, допустим. А вопрос какой? А кто слил-то информацию? Вот сейчас уже активно обсуждают вот этот Веневитинов, которого, помните, из 72-й бригады командира, подполковник Веневитина, его забрал ЧВК Вагнера. Потом его отпустили, он рассказывал об ужасах. Вот я вижу пост на украинских пабликах его о том, что это пригожинцы слили информацию о местонахождении Делимханова, ну, тем самым отомстили Делимханову, который публично еще недавно обращался к Пригожину с претензиями. Потом вроде бы это все урегулировалось, там Уткин отвечал, командир реальный, так сказать, военный командир ЧВК Вагнер, ну и так далее, и так далее. Ну, кстати сказать, Веневитинов, как выяснилось, мне вчера Пьянковский сказал, вы знаете, что он работал охранником. Охранником еще недавно, он был в отставке, ну, как бы ушел на пенсию, на военную еще недавно, он работал обычным охранником, понимаете? А теперь вот он командует 72-й бригадой. Удивительно ли это как ремарка, что 72-я бригада, значит, поплыла, когда на флангах ее, значит, начали ВСУ, я имею в виду под Бахмутом. Ну, да ладно. Если допустить, что действительно Пригожин какими-то своими путями передал информацию военной разведке Украины, в чем обвиняют в связях его с ней, кстати сказать, ну, это мощнейшая история, я вам хочу сказать. Она приведет к совершенно непредсказуемым последствиям по части выяснения отношений и вообще отношений к Пригожину. А даже если бы он этого не делал, стоит ли военной разведке Украины педалировать эту тему и даже дать какой-нибудь намек? Да, конечно. Вот смотрите, вот у нас там перехват какой-нибудь, что нам эту информацию слили по прямой команде Пригожин, ну, какой-то Вася Пряник, там какой-нибудь Болик, Долик, как они показывали Пригожин. Ну, например. Это может привести к очень серьезным последствиям, потому что Делимханов действительно был очень важной фигурой, если он жив или не жив, я не знаю, еще раз повторяю, при Кадырове. Он депутат Госдумы, это вообще его реально правая рука, это человек из его тейпа, и они долго связаны. И сам Кадыров называл в случае, если что с ним случится, то преемником на посту президента Чечни должен быть именно Адам Делимханов. Они долго с ним связаны, и с отцом он был связан, ну и так далее. То есть это теснейшая родственная практически связь. Убийство его, конечно, не изменит кардинально с точки зрения позиции самого Кадырова при российской власти и Кремле, но многие вещи затруднятся, потому что он еще и был в том числе коммуникатором от имени Кадырова по очень многим процессам, внутренним в России, и вот в связи с войной в том числе тоже. Я вот увидел
сообщение, что Алаудинов, Апти, который командует росгвардейской частью, ну вот сейчас, Ахмат. Я понимаю, Мишу, а к Ахмату, да, там надо сказать, что есть Ахмат, тот, что вот эти два батальона, которые были у Кадырова, состоящие из самих кадыровцев, чеченцев, а есть Ахмат, если вы помните, которые они набирали людей со всей России, это не обязательно чеченцы, это... так сказать, разных национальностей, русские, нерусские, такие, сякие и пересякие. И командует ими сейчас, этим Ахматом, вот состоящим из разношерстной этнической среды, как раз, насколько я понимаю, Алаудинов, да? Что якобы они снимаются и идут его искать. Вот вы об этом сейчас сказали. Так. Это что означает? Что они снимаются откуда? С Маринки, да? С Маринского напрямку, так. А что, больше не надо Маринское направление защищать и оборонять? То есть все уходят искать Делимханова? А ще ж напередодні була заява від Кадирова, що вони підуть у Білгородську область. Ну, тобто немає тих бійців вже. Да вот тоже интересный аспект. Они пойдут, говорит, в Белгородскую область выполнять функцию какого-то заслона от ДРГ, и в том числе РДК и Легиона Свободы России. Тоже, знаете, какая-то такая треугольник странный, потому что этот командир White Rex, Денис, он его называет Никитин, Капустин, разные его имена называют, командир РДК, он же с Пригожиным какой-то ведет заочный диалог такой, знаете, он несколько такой троллинговый, да, он говорит, смотрите, как мы с вами раз за разом, Евгений Викторович, пересекаемся. И здесь можно и другое увидеть, что помог Пригожин и своим собратьям-националистам из РДК тем, что, значит, с кавказцами борется вот такими замысловатыми способами. Так что ситуация закручивается не смешная, вот, потому что как бы после конфликта... Если бы не было конфликта вот этого публичного, вот это заявление Делимханова в адрес Пригожина, ответа Уткина, ну и всего вот того, что было, потом Пригожин откомментировал, мы тут поговорили с Кадыровым, конфликт замяли, то все это можно было воспринимать, ну что, ну война, ну кому-то повезло, кому-то нет. А вот в контексте происходящего, вы знаете, не знаю, как все еще повернется. Тут еще разные варианты возможны по части внутреннего конфликта внутри силовой части в России, я бы сказал. Просто була інформація про ось цей конфлікт Пригожина і Кадирова, що начебто це просто вони розігрують для української сторони, але зараз ми бачимо, що дійсно це набирає обертів, і якщо виясниться, що це пригожинці здали, де перебували кадирівці, то дійсно, ну от що може бути далі? Вони почнуть розбірки прямо всередині держави чи все-таки вже на полі бою? Вы знаете, я не верю в какие-то розыгрыши и попытки что-то изображать. Мне так не кажется, потому что, судите, за этим есть и некая производная часть, потому что Кадыров договорился, видимо, с Кремлем. Ведь его части Ахмата подписывают вот этот контракт с 1 июля по приказу министра обороны. И вчера Путин на встрече с военкорами подтвердил, что это и его инициатива тоже. Он говорит, мы хотим юридически урегулировать статус всех вот этих образование, ЧВК и добровольцев, они раз подписывают, им социальные гарантии. Понятно, под каким предлогом это было подано, но ведь Пригожин уже публично отказался от того, что контрактники ЧВК «Вагнер» будут подписывать с Минобороны эти контракты. Понятно, что тогда юридическое командование, управление ими переходит, собственно, в Минобороны. Ну, иначе денег не получишь, оружие не получишь, что там, амуницию не получишь, вообще ничего не получишь. Не кормить тебя не будут. Ты кто такой вообще? Вот. А Ахмат, в свою очередь, наоборот, это сделал, несмотря на то, что, ну, как бы, в общем, это тоже отчасти не с руки Кадырову. То есть он договорился. И поэтому в розыгрыш какой-то вот этого конфликта я не верю. Тем более, что он так уже какое-то время тянется. Ведь первые заявления Кадырова в адрес Пригожина прозвучали накануне 9 мая, когда Пригожин заявлял, что от Бахмута отведет свои части ЧВК «Вагнер» в связи с тем, что ему недостаточно поставлять снарядов. Недостаточно других средств, которые помогали бы ему брать Бахмут. Да, и ему выступил, так сказать, против него тогда Кадыров, заявив о том, что не вздумай без приказа командования СВО сниматься с Бахмута. Ты имею в виду, Евгений Викторович, с этим не шутят. Ну, там вот кто хочет, может в интернете найти, послушать. И тогда вот, собственно, прозвучала реплика в ответ Пригожина о том, что он не знает, чем занимается Ахмат. Потом и вот заявление Делимханова, ну давай, приходи, типа, Женя, мы тебе объясним, чем мы занимаемся, ну и так далее. Поэтому, понимаете, конфликт, если бы это одномоментно какой-то розыгрыш был, а тут он уже давно тянется, слишком долго заиграешься, понимаете, это чревато пиф-пафом. Может ли это вылиться в открытое столкновение между ЧВК «Вагнер»
и Ахматом или какими-то частями Кадырова и так далее. А почему нет-то? Вот мы же видели, как с этим Веневитиновым охранником, подполковником, командиром этой 72-й бригады, какой вообще достигло, какого апогея этот конфликт, понимаете? Почему такое невозможно, что они друг друга будут и в плен брать, или расстреливать между ЧВК «Вагнер» и частями, подчиняющимися Кадырову? Почему такое нужно исключать? Может, это дальше не пойдет, но, с другой стороны, смотрите, Пригожин же конфликтует со всеми. Он в конфликте просто со всеми. Но вот с кем он не в конфликте? В публичном, я подчеркиваю. Не то, что мы еще не знаем, а может, там подспудные еще какие-то вещи жуткие. Вот. Но он в конфликте. И это означает, что у него врагов больше, чем друзей. Так что представить себе, что он будет защищаться именно таким образом, используя части ЧВК «Вагнер», если на него будут нападать или пытаются его убить, ведь он же тоже может погибнуть от снаряда или от взрыва кафе какого-то ленинградского, да, статуэтка, опять же. Ну, а почему нет-то? Або ж кадырівці будут сдавать позиции вагнерівців? Ну, я не знаю, как это оперативно, технически происходит, но вообще-то я охотно верю во все, что угодно. Почему ведь это все происходит? Из-за поражения. Проигрывают. Знаете, у победы много отцов, поражение всегда сирота. Нужно каждому откинуть от себя ответственность за это поражение. Это генералы плохо воюют, это Пригожин своими уголовниками, то повоюет, то уходит. Это кадыровцы, которые в ТикТоке только воюют. Ну и так далее, понимаете, ряд-то такой. Если бы они все победили, вошли в Киев, ну, наверное, как-то каждому кусочек этой победы как-то достался бы, они бы ее разделили. А поражение никто не хочет на себя ответственность принимать, понимаете? И поэтому в этой ситуации они занимаются больше выяснением отношений друг с другом, потому что поди, повыясняй отношения с ВСУ, они тебе повыясняют. Что-то вы до Киева не больно-то дошли. Вас предупреждали, не делайте вообще всего этого. Но, тем не менее, они пошли на это. И поэтому внутренние конфликты – это часть поражения. Имманентная часть. Любая армия, любое силовое, так сказать, начало, да, в тоталитарной России, она сейчас уже прошла весь дрейф от авторитарной до тоталитарной окончательно оформленной системы, оно всегда чревато именно таким выяснением. При Сталине расстреливали генералов, как генерала Павлова поставили к стенке, он вот такой вот был, кстати, носил усики, в карту очень любил, кстати, играть, его взяли и расстреляли. Хотя, честно говоря, всего-то навсего, так сказать, что же он как мог оборонял первые дни войны. А в государстве такого типа, да, ну, в 21 веке тоталитаризм тоже имеет свои особенности, тут выясняют отношения те, кто пониже. И кто сказал, что Путину это невыгодно? Может, ему и выгодно, что они все друг друга один-один, он остался красивенький и хороший. Ну, запасаємося попкорном, як кажуть. Ви згадали за прес-конференцію Путіна, про те, що він спілкувався напередодні з воєнкорами так званими. І дійсно, почули ми, як завжди, купу маразматичних заяв, брехні, лицемірства та навіть самовикриття. Але переконалися в тому, що Путін зовсім втратив вже почуття реальності. От особисто ви на що звернули увагу, як проаналізуєте його заяви? Ну, я уж тут комментировал, повторюсь просто, что по моему глубокому убеждению ему нужно было это признать, то есть встретиться с военкорами, понимаете как, просто потому что информационную войну они сильно проигрывают, вот в чем все дело. Ну, казалось, ну кто такие военкоры? Путин встречается там первыми каналами, там я имею в виду прежде всего с пропагандой, с людьми титульными такими, знаете, институциональными, всякие Соловьёвы, Скобейкины и так далее, Киселёвы. А тут военкоры. Вот кто такие военкоры? Вы видите, там фрик на фрике. Вот этот сидит, Пегов, Шмегов, шапочки прям сидит. Ну, как бы ему не по статусу, не солидно с фриками общаться, понимаете? Но это надо. Ему нужно продемонстрировать, что он и с этой средой имеет общий язык. Понимаете? Ну, там были какие-нибудь Сладковы, Шматковы, Поддубные, они с телеканалов, но все равно главное их источник, главный их ресурс – это паблики в Телеграм-канале, ну и им подобные же. Откуда их еще не выгнали, а вот Телеграм для них как бы прям шикарное место. Ну вот, поэтому он с ними разговаривал на тему более фривольно, ну, там типа употреблял выражение типа «какой там третий тур», комментируя 2004 год, как бы победу Ющенко в третьем туре на выборах в Украине. И так далее. То есть ему нужно как-то компенсировать свою изоляцию отношениями вот и с такой средой тоже. Блогеры, понимаете, там сидит девушка какая-то. Понятия не имею, кто это такая, значит, что-то там мямлит. Вот. Ну вот с блогерами он встречается. То есть это максимум, на что он способен. Тем более я вам напомню, что он же отменил свою большую
эту пресс-конференцию, и как она там, общение, прямая линия, да, на конец года они ее перенесли, хотя она обычно проходила, по-моему, в это время. То есть нужно было чем-то заместить. Ну и плюс, смотрите как, ведь он же выступил сразу после Шойгу, и все, говорит, контрнаступление провалил, все танки уничтожены, личный состав весь уничтожен, у ВСУ больше нет потенциала наступать. Он же выбегал один раз после пресс-конференции Шойгу, который после первых дней, сейчас он назвал цифру, 4 июня началось контрнаступление ВСУ, вот они 5 и 6 такой устроили карнавал. А сейчас как-то все пошло не так, вот как он описал, понимаете, что все непросто. И вот он уже в общении с этими военкорами, он уже начал отыгрывать несколько назад. Говорит, ну, конечно, они вот наступают, мы вот все равно их будем сдерживать. Вот туда вложено, там Запад поддерживает, еще что-то. То есть не такая лучезарная ситуация. Вы не отбили контрнаступление. Вот этого ничего из того, что вы заявляли в первые два дня, вот ничего вообще этого нет. И ему как-то надо по ходу корректировать вот это свое шапкозакидательское заявление, которое были сделаны, ну, он публично стоял там, несколько отпустил комментариев, из которых следовало, ну, все, вот они провалили контрнаступление. Никто ничего не провалил, все только начинается. И с этой точки зрения он мог более свободно говорить об этом, встречаясь с этими военкорами. Я вот откровенен, я то да сё. Но опять же, обсуждать что-то в деталях, опять у нее Ленин этот из гроба встал, значит, создатель украинского государства, опять, значит, ГЭС она сама как-то. А ты до этого в разговоре с Эрдоганом говорил, что подорвали ее украинцы. А как же так, вы ее контролируете, а украинцы подорвали. И вот он говорит, химмерсами, говорит, она, они уничтожали украинцев. И вот она как-то вот сама вот постепенно вот взяла и поломалась. Вот. Ну, меняют версию похода. Вот ему надо по нескольким темам переобуться. И он это делает. Ему важно было заявить через них о том, что не будет мобилизации всеобщей. Да, он же это сказал. Но зачем нам? Мы же, говорит, до Киева не собираемся идти. Военного положения, а зачем, говорит, его вводить? Ну, для чего? Ну и так далее. То есть ему нужно было какие-то вещи внутрь, но по большей части именно на Запад передать. О том, что мы, в принципе, готовы к переговорам. Давайте садиться. Дайте нам возможность оставить за собой то, что мы занимаем. С другой стороны, ты каждый день начинаешь по селу хотя бы, но терять из того, что вы занимаетесь, ну, хотя бы на Донецком управлении, на границе Донецкой и Запорожской областей. Терять. Ну, так, извините, через месяц уже будем разговаривать в Мариуполе о том, значит, что за тобой еще остается. Логично? Поэтому, с этой точки зрения, он пытается, продолжает пытаться убедить Запад, что пора садиться за стол переговоров. Вот и все. До речі, з приводу його заяви про Каховську ГЕС, він же ж звинувачив у всьому Україну, але сказав, к сожалению, наступлення там не состоїться через этот розлив. Їх ж залі хотіли, да. Ну, да. Але ось, до речі, з'явилася інформація сьогодні від 205-ї мотострілкової бригади, яку і підозрюють у тому, що саме вона причетна до цього підриву. І ось я зараз продемонструю допис, який вони написали. Кажуть, безспорно, подрив дамби – це екологічна катастрофа, яка в тому числі не пройде мимо Росії. Угроза масштабного наступлення противника була дуже большою, і херсонське направлення должно було сыграть важную роль в этом наступлении. Як я і писала, що вона ноябре, в таком случае подрыв неизбежен. Но мы немного просчитались, и последствия такого неконтролируемого действия уже скоро приведет к значительным потерям территорий. Тобто вони фактично зізналися у тому, що вони причетні до підриву цієї дамби. Ну, так само, як і Путін вчора. Вы знаете, ну, я не знаю, насколько надежный этот источник, но даже и без него для меня вообще сомнений нет, что именно они ее подорвали. Во-первых, они ее контролировали. Начнем с этого, да? Кто ее контролирует, тот первый подозреваемый. Начнем с этого. Будем рассуждать как криминалисты. Вот. Чему меня, так сказать, учили в университете. Во-вторых, мотив. Субъективная сторона. А кому это выгодно было? Вот выгодно это было украинской стороне даже теоретически как пытаться это взорвать. А зачем? Если действительно, что очевидно теперь, на Херсонском направлении готовилось наступление, видимо, с расчетом выхода на левый берег и дальше к перешейку Крыма. Потому что и так ни одно направление для контрнаступления избрано. Вот тебе от Орехова на Токмак, вот тебе на, значит, границе Донецкой и Запорожской областей, вот тебе Бахмут, и, возможно, еще какой-то откроется. Наверняка планировалось, я уж не знаю, как там, может, через Каховскую, там, может, через Кимбургскую косу, но какой-то план был, видимо. Может, десанта, может, сплав средств каких-то использовать, но был план. Сейчас непонятно. Сейчас, конечно, так сказать, из-за подрыва дамбы, разлива, площадки для атаки, в общем, может быть, и нет. Опять же, я не понимаю, это военные эксперты лучше пусть комментируют. Отменилось ли это вовсе, это направление? Наверное, нет. Но логика взрыва
у России очевидный мотив взрыва, чтобы не допустить этого наступления, чтобы можно было силы с Херсонска, например, перекинуть на Запорожское, где, в котором этом перебрасывании очень нуждаются оборонительные силы там, а для того, чтобы занимались не наступлением, контрнаступлением ВСУ, а последствия этой экологической катастрофы пытались ликвидировать, как-то перегруппировывались. Понимаете, что-то делали с техникой из разлива и так далее. Поэтому мотив очевидный. И повторяю, ну, если представить, что Украина ударила ракетой, там, не знаю, там, Химарсом, так, уже завтра обломки эти показывают, уже камеры видеонаблюдения, все бы они бы выложили. Где это все? Где это все? Что они нам хотят сказать, что они даже не фиксировали попадания и, так сказать, любые воздействия на эту дамбу? Но я никогда в это не поверю. Конечно, это все есть, но просто поскольку они взорвали это изнутри, то и нету доказательств обратного. Так что для меня это очевидно, и я думаю, свидетельств будет становиться все больше. Ну вот есть, вы слышали, там и сейсмические какие-то, какие-то фиксировались приборами и спутниковая съемка и так далее. Я думаю, будет становиться все больше и больше. И вот таких свидетельств тоже будет больше. И мы поймем, что уже отрицать бессмысленно, что действительно это сделала российская сторона. Марк, я вам дуже дякую за розмову. Спасибі за те, що ви знайшли час для нас. Я нагадаю, що Марк Фейгін, російський правозахисник, був із нами на зв'язку.